Всем привет, с вами Дмитрий Ванькин, и я вам покажу пару упражнений, чтобы не скучать дома во время каникул. Первое упражнение – спичаги возле стен. Делаем 3 подхода по 8 повторений. Следующее упражнение – отжимания возле стенки. Делаем 3 подхода по 10 повторений. Следующее упражнение – поплавок, подводящее для горизонта ноги врозь. Делаем 3 подхода по 15 секунд. И заканчиваем нашу домашнюю тренировку стойка на руках. 1 минуту. Вот мы закончили нашу домашнюю тренировку. С вами был Дмитрий Ванькин. Занимайтесь спортом, где бы вы ни были, и берегите свое здоровье. Пока!